Хочу спросить тебя, ты веришь в Бога? Да я его не видел никогда. Как можно верить в того, кого не видел? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. А искренности, чувства золотые. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1, ничья. В любовь ты веришь, в дружбу, как со зрением. Ведь это все на уровне души, а искренности светлые мгновения. Глазами все увидеть не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, но пробки, не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь? Жизнь твоя, как слайды, промелькала. И вроде бы погас весь белый свет, но кто-то закричал: «О, Боже, чудо!» И крик раздался громкий малыша. Ты прошептал: «Я верить в Бога буду», и улыбалась твоя душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце видит четче и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней, ссылается на боль, на горький опыт, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, но вера в Бога и любовь важнее всего. Я не спросил тебя, ты видел Бога? Я спрашивал, поверил ли в Него. Аминь.